Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Нас пугают рисунками, говоря... Говоря о неизбежности нашей смерти. Так, и тем не менее, куда же нам? Where should we go next? Можем подняться. Мы же можем подняться на этот стол, нет? Черт, мы не можем подняться на этот стол. Вот сюда мы можем забраться, окей. Так. Почему я думаю... что здесь все неспроста затихло, и мы сто пудов заденем одну из этих коробок. Мать твою! Вот просто, сука, мать твою, я был готов бежать к этой хрени! Мифка, ты со мной, и все хорошо. Когда ты рядом, мне не страшно. Ну вашу ж маму, честное слово, а? Так, давайте попробуем просто аккуратно. Ничего не зацепив, пройти вот сюда. Открыть грёбаную дверь. Зайти в уже известную нам полу шкаф, полукладовку, полу что-то. И пройти, мать его, дальше. Оу. Да уж не ходить. Так. Знаете, на самом деле я в нечто подобное уже, если разобраться, то играл. А, в принципе, даже потом как-нибудь приведу пример. Так, у нас есть еще одна деталь. И это еще одно воспоминание. Hmm,
Ну вот. И как мне его... забрать, дорогая маман? Видимо, мне понадобится что-то более понятное. Так, хорошо. Окейушки. И это последнее воспоминание на сегодня, наверное, я думаю. We got the final memory. Let's hurry. Да, давай похаримся, пока у нас есть такая возможность. Это первый фейл. Собственно, откуда я знал, что здесь надо делать? Continue. Воу! Нет, Тедди! Мы потеряли Тедди, ребят. Мы не смогли отвести последнее воспоминание. Черт. Блин, это все как-то печально. Потерял тут Мишка лапу. Черт. Not now. Что значит не сейчас? Not now, hon. Что значит не сейчас? I said not now. Wow. Ребят, не знаю, как вам, а мне это уже не очень нравится.
Мы должны добраться, ребят, до дома. Быстрее, последние воспоминания. Просто закроем за собой дверь. Не пустим тьму в дом. Так. Лапка, нет. Слоненок. Слоненок. И может, лапка тоже? Нет, лапку он, она не хочет. Лапку она не хочет туда запихивать. Но лапка нам понадобится. Блин, детская фантазия такая детская. Ну где же Тедди? Где же вашу мать Тедди? Серьезно. Стоп, ну. Так, хорошо, вот кусок луны, вон звездочка. Стоп. Что-то не так. Здесь что-то не так. Совы. Ребят, здесь определенно что-то не то. Тут мир кажется каким-то... каким-то не таким. Вроде все хорошо, вроде светло, и вроде мы даже дома, но... Ребят, что-то определенно не то. Я это прям-таки чувствую. Что-то 100% не то. Почему она забрала его у меня? Ах ты, мразь такая! Пьяная, ну как тебе... Ай. С ребенком. Ужас просто. На тебе водку. Ты ужасная мама. Так, давайте попробуем забрать нашего Тедди. Это мой медвежонок. Ведьма! Ведьма! Ты хотела. Ты как раз хотела, я точно этого знаю, это. О, меня сейчас стырят, да? Like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix him up. Собственно говоря, вот такая вот коротенькая игра. У меня она заняла прохождение чуть более часа 40.
чем я ее прошел прям-таки хорошенечко так засев и просто пройдя. Вот, надеюсь, вам оно понравилось, все это прохождение. В общем, с вами был, как всегда, я Дезертир. Мне показалась эта игрушка не страшненькой, но вполне, так знаете, атмосферной. То есть, я, если играть ночью в наушниках, как я, то будет просто великолепно, просто атмосферно, просто шикарнейше. Вот, это очень приятно, особенно когда вы учитываете то, что вы маленький ребенок, да, то есть вы не можете ничего сделать, и вообще все вокруг вас очень страшно, опасно, и у вас глюки. Вот. Если все это учитывать, то это очень страшно и очень опасно, и вы не знаете, что делать, и вы ничего, собственно, не можете делать. Вот. В общем, разработчикам большое спасибо за передачу самой идеи. Я надеюсь, что большинство поняли суть, так сказать, суть всего происходящего. Вот, в общем, как-то так. Потому что идея, на самом деле, довольно печальная, когда у матери проблемы с алкоголем, нету отца у ребенка, и мать, когда пьет, не замечает ребенка, не заботится о нем, но при этом пытается быть доброй и прочее подобное. А отец хочет забрать ребенка. Ну, в общем, это такая довольно тяжкая проблема. И я не знаю, что еще по этому поводу сказать. В общем, я надеюсь, что вы все поняли, что идея разработчиков дошла до вас. А я, собственно, с вами уже прощаюсь. Всем спасибо, ребят, большое. Пока и удачи. Встретимся в новых прохождениях. С вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока!
Да вы что, издеваетесь? А как-то побыстрее этот список прокручивать нельзя? А, ладно, я заканчиваю на этом видео. Всем спасибо, всем пока.